Всем привет, друзья! Вы попали на канал Бананчик, меня зовут Владимир, и я продолжаю выживать в ЛДЕ. Друзья мои, у меня хорошие новости. Я все-таки заработал 150-й левел. Да, вообще классно! Я так рад, я вчера так, блин, ну, недолго, конечно, но я зарабатывал этот 150-й левел. Ну что, давайте вызовем наших первых рейдеров. Так, что у нас тут такое? Торговец? Здравствуй, друг мой. 4 провода, да с радостью. И хоть целый сундук я тебе все могу отдать. А, у меня его много очень. 2 транзистора и 7 болтов. Отлично. И где наши маленькие? Ну, покажите мне. Да, рейдеры. Эй, отъявленные мерзавцы. Кто хочет нападать на чужие базы за часть навара? Как только вы нападете на чужую базу, рейдеры выдадут ваши координаты другим выжившим, которые смогут атаковать вас в течение 24 часов. Помните, стены первого уровня не защищат ваши сундуки. Самое время их улучшить. Да ладно, не пережевывай. У меня такие стены. Заколебешься входить и выходить. Ну еще плюс я турельку активирую. А, кстати, да, турелька, надо не забыть про нее будет. Рейды. Кстати, да, у меня полностью все откатилось. Это... Вач, смотрите, какие они красивые. Ну-ка, собака, фас! Фас его! Давайте катану надим. Здравствуй, дорогой рейдер. Ёп. Матрёчкин, хочешь сделку? Я отмечу на карте базу другого выжившего. Можешь забрать себе все, что там найдешь. Но с тебя доля за наводку. Если согласен, для начала кое-что для нас сделай. И что такое? Ага. Твои безделушки здесь не помогут. Сделай 5 железных топоров. Можешь мне поверить, они тебе пригодятся. Ну ладно, топоры, ладно. Никогда не знаешь, что может пригодиться. Сделай на верстаке 20 железных пластин. А куда их применить потом, разберешься. Ну чё ж я раньше-то не посмотрел, блин. Угрюмый Майк всегда ходит со своим щитом. Никто не знает, как к нему подступиться. Он бродит где-то в каменных горах. Попробуй найти его и прикончить. Ха, ну Угрюмый Майк, я много раз уже его убивал. Самое главное, чтобы не было этой громилы. Давно бывал на старой ферме. Сам знаешь, что бывшие жильцы спрятали там синий сундук с ценными... Ой, с ценностями. Сходи и вскрой его. Как пить дать? Он ломится от неплохих вещей. Вы что, издеваетесь, что ли? Первый, самый первый рейд и такой. Ёптересеты. Ладно топоры, ладно железные эти. Ладно Угрюмый Майк, его тоже легко. Старую ферму мне нужно зачистить полностью, еще и вскрыть синий сундук. Еще и башка. Ёшкин матрёшкин, бошку я, наверное, мимо, наверное. Давно ищу человека, который расправился бы с этой чертовой ведьмой. Из зараженного леса. Справишься с ней, возьми с собой С4. Пригодится. Ты чё, издеваешься надо мной? Блин. Мне, короче, друзья, придется пройти старую ферму и убить эту бабульку. Почему я на бабульку не ходил? Да, я не ходил на нее вообще ни разу. Надо будет как-то к ней сходить, наведаться. Ха, рейдеров я вызвал, но теперь сходить, это нужно все полностью проходить. Человечка, наверное, отпоил. Молодец, клево, теперь бы еще дойти до туалета. Писей маленький. Вот вам и хорошие новости, блин, как я не ожидал. А я так хотел уже сегодня сходить на первый рейд. Ага, сходишь ты сегодня и на первый. И на 21-й. Чё у меня в начале, блин, так игра лагает? Что это за бред? Вы видели, как долго я захожу в станок? Ну, сюда я быстро зашел. А станки как-то глупо долго. Ну, ладно, чё?
Будем как-нибудь выполнять задания. Сегодня 5 топоров, топоры, ладно, легко сделать. Железные штуки надо поставить сейчас. Угрюмого Майка надо найти. Где он у нас бродит, а? Я читал, тра-ля-ля, каменные горы. Окей, каменные горы. Угу. Отлично. Сейчас ходим тогда в каменные горы и убьем этого угрюмого Майка. И не в ту сторону пошел. У нас есть металл? Да, есть металл. Хорошо. Подожди, а у меня есть вон двадцатник. Он засчитается, интересно, нет? Не засчитается ведь. Ну-ка, подождите-ка. Эй, малышня, где вы там стоите? Чего вы так далеко теперь стоите? Нет, не засчитали. Ну, блин, нахалы. Потом надо будет попробовать нам еще не отдать им дань. Интересно. Ой, бляха-муха, что я делаю-то? За место применить хочется есть. Применить, чтобы пожрать, а я взял, да и... Ой, да что я делал? Не надо мне гвозди-то, ёптерсте, я запутался нафиг. Да блин, меня так это разочаровало, я думал, сейчас уже пойду на первый рейд. Думаю, первое это легкое будет, нифига легкое, мне еще эту старую бабку надо убить. Ха! Ну ладно, плюс один контент с этой старой бабулей. Я правда ни разу ее не убивал, у нее сколько жизни-то у этой бабки? Я вообще к ней никогда не заходил. А нет, заходил, помните, я ходил, дневник выжившего, ну это, ой-ой-ой, как это, в начале еще, ой, как-то не помню, давненько. Не знаю, на запись или не на запись, но я ходил к этой бабке. Только я, молясь, проворонил, сколько у нее жизни-то там. А, ё-моё, чё? А как ты здесь стоишь 15 минут уже? Вон, видите, у меня полицейский участок откатился. Как вот это, господи, бункер Альфа, забыл, как он называется. А они что, еще не пропали? Вай, вон старая А что, у меня все откатилось? Ё-моё, нифига себе, у меня просто так все стоит. Да иди ты лесом, рыбалка, да иди ты нафиг, рыбалка. Давайте сюда сбегаем, надеюсь, тут пальчик есть. А я с собой только взял катану, весло и один глок. Так бы полицейский участок бы, блин, зачистить заодно. Ёчкин матрёчкин, вот это да. И торговцу-то я ничего не взял, я проворонил торговца опять. Блин, надо было домой зайти, да торговца сразу взять. Отлично, пойдемте, друзья. Ай, зомбачилы. Давайте тогда я поставлю весло. Пускай весло будет. Сейчас будем по щам давать. Где-то зеленый дядька должен еще один прибежать. Чё за анархия? Чё у меня так пролагивает? Я как не вхожу в игру первый раз, да? У меня вот такой пролаг есть. То станки, то эти зомбаки. Я не знаю, что это за фишка. А где зеленый дядька-то? Мне, по идее, зеленый дядька должен встречать. А вот, бежит. Бежит, друзья мои, он бежит. С чем начнем? Давайте с веслом, наверное, начнем его лупить. Да. Вот так вот тебе по щам. Губастенький ты наш. А, веревочка. Не надо мне веревочку. Веревочку мне не надо. Эй, иди сюда. Иди, я тебе веслом вот так вот. На. А еще на. И че он летает? Глупый мой. Там у нас еще толстый есть. Вот с толстым сейчас будет маленькая проблемка. Я, наверное, веслом его не буду убивать. Я его, наверное, скорее всего, катаной быстренько это накажу. А я могу мимо него как-нибудь пройти, чтобы сзади подойти? А там еще один толстый. Ясно. Ё-моё, а. Кстати, не зря я взял сюда огнестрел. Знаете почему, друзья? Потому что здесь сейчас будет еще яростный гигант. Его надо будет как-то проучить. Толстый, иди ко мне. Давай я тебе катанкой быстренько приходу, а. Вот так вот. Хоп. Хоп. Давай. Во! Ничего себе рука! Жалко, не прямо в ящик. Так бы я посылочкой его отправил бы. Ай, давайте веревку я тоже буду собирать. А то так крестики на всем экране, так нафиг. По-быстрому. Если что, я потом их скину, да и все. А, водичка? На кой черт мне ваша водичка? Веровочка. Дайте вы мне что-нибудь хорошее, там, ну, например... стальную пластину, ну хотя бы алюминиевую, я буду вообще рад. О, вот это вообще классная вещь.
Это вообще классная вещь. Вещь классная. Нам нужно только ничего не пропускать. Где-то еще один зеленый дядька должен прибежать ко мне. Ключик? Нифига себе. А мне дали ключик. Ты кто? Давай я тебе вот этими лещами надаю. Хоп. Хоп-хоп. Так, тут у нас... Да, тут у нас токсичный толстячок. Катана. А катана сколько выбивает? Ну-ка. 105. Ничего себе. Она выбивает 105. Да ёптарсетэ. Что у меня так вообще жестко? Вообще сегодня какой-то день жесткий. Не, давайте катана. Я что-то для него долго буду лупить этой веслом. Ну, мне не нравится весло. Правда, вообще не нравится весло. Ну, это какое-то такое... Созданное оружие. Да ёптарсик, ты как меня увидел-то? Вы посмотрите, даже он шлепками ударяет. Шляпок, 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 шляпок. О, аптечечка. Давайте заодно аптечечку тогда сожрем. Большую аптеку мы не будем есть, а вот эту мы съедим. Сейчас смотрите, я пойду к этому чуваку и ко мне... Прибежит зеленый. Я так и знал, что прибежит зеленый. Иди сюда, зеленый. Да ёб твою мать. Ты чё меня обхаркал-то? Ты клоун тупой. На тебе, голова с плеч. Катаной хорошо убивать их, потому что у них голова сразу отлетает. Оп. Хоп. Он даже меня ударить не успел. Вот это да. Эй, иди сюда. Вот этот успеет. И много раз даже успеет. Бляха-муха. Ну давай, давай, давай. Кстати, я только сейчас заметил, что я без ботинок бегаю. Ой, а я тут был. А я тут был. А тут а не был. Вон там стоит яростный гигант. Кстати, он быстро бегает. И меня он без ботинок может сильно наказать. Иди сюда. У меня есть подарок тебе. Вот шлепок. Вот такой вот шлепок у меня к тебе есть. Давайте сразу огнестрел поставим тогда. Ну, открывайся уже. О, ботинки, да вы чё? Спасибо вам большое за ботиночки. Респект. Эй, гигант. А, ну да, яростный гигант. Давай, 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 маленький. 21. Кстати, друзья, я поставил на глок... этот, как он называется-то? Сейчас я вам покажу. Я забыл, как называется-то он. Бляха-муха. Длинный компенсатор я поставил. Да, он ломается в два раза быстрее, но у него этот критический удар, короче, увеличен. Улучшен. Поставлен. Ай, ёб твою мать, запутался вообще. Давайте я этого дядю... Не, я не буду его катаной наказывать. Сейчас веслом. Но-но! Улетел, уточка. Не-не-не-не-не-не-не. Вот сейчас не будет пальца. Да ладно, но почаще говорить, что не будет. Бах, пальчик. Блин, вот это да. Еще пальчик. Блин, спасибо тебе большое. А, я заметил, когда зомбаки, пальчик все время есть. Тут у меня рейдеры были два дня. Нет, три раза подряд. Не было пальца, вообще ни одного не попадалось. А тут попадается и пальчик, хорошо. Ладно, друзья, не будем мы тогда здесь застревать. Я хотел еще полутать деревья, потому что деревья у меня заканчиваются на дома. Нет, побежали. Надеюсь, я сейчас успею еще сбегать к этому, к торговцу Джо. Надо бы ящик у него выменять. О, 10 минут. Я 5 минут зачищал ту территорию. Давайте побежали тогда домой. А, в скором времени, друзья, в скором времени я скрафчу 10 удочек, примерно 10 удочек скрафчу, и мы проведем, ну, часик на рыбалке, полностью час я проведу на рыбалке. Я просто хочу нарыбачить очень хорошей рыбы много, чтобы у меня было его полным-полно. У меня есть рыбка, да, но мне нужна золотая рыба. Сходить бы как-нибудь на зимнюю рыбалку, потому что мне писали, что... А тебе нужно сходить на зимнюю рыбалку. На зимней рыбалке ты там хорошие рыбки можешь нарыбачить. Ой, я не то сделал. Не туда положил, точнее. Так что на зимнюю рыбалочку я уже собираюсь. У меня пластмасски уже, ну, предостаточно есть.
Где она находится, без понятия. Ну, у меня она есть. Самое главное, что она у меня есть. Где? Не знаю. Сейчас найдем. Где-то у меня пластмасса, ну, где-то около 3 стаков. Мужик, зайди ты в дверь уже. Смотрите, что у меня происходит. У меня 5 красных, 3 оранжевых и 1 зеленая. Зеленые я стараюсь не поднимать, зеленые, правда. Зеленых у меня полным-полно. На кой черт мне эти зеленые талоны? А, так. А где у меня пластмасса? Нет, у меня пластмассы дофига должно быть. Катанка. Нет, катанка у меня в инвентаре. А где у меня пластмасса? Вот, видите, золотая рыба. Вот карп золотой у меня только есть. И окунь золотой у меня есть. Все. Было бы еще щука там. Вот эта форелька. Все, забывай, как она называется. Налим. Было бы классно. Налим. Это не налим ведь. Подождите. Это сом. Какой налим ты? Налим. Нихера себе губы раскатал. Подождите, а где моя пластмасса? У меня было пластмасса и вообще... Полным-полно. Что-то я пластмассу свою просрал. А куда я свою пластмассу дел? Не, друзья, честное слово, у меня пластмассы где-то вообще полным-полно. Веревку я так и не скинул, ну, значит, удалю. На кой черт мне эта веревка нужна? Блин, у меня все сундуки в этой... В гадости всякой. А вон, я и говорю, около 3 стаков пластмассы. Ключиков, вы посмотрите, сколько у меня ключиков. Ё-моё. 17 ключиков, да иди ты ровно, валенок, ты заколебал. Новый год прошел, праздник китайский Новый год тоже закончился. Почему ты у меня ходишь еще об стенку? Да я сам без понятия, однако. Блин, больших аптечек у меня маловато. Ну, сильно мало больших аптечек. Хотя это схаваю, 20 минут хоть меня не будет толкать на еду. Что там тебе нужно-то было? 4 провода, 2 транзистора, 7 болтов. 4 провода, 2 транзистора. Взял все, что мне нужно. Пойдемте сбегаем. По-пырому сейчас бегаю к этому Джо. Потом бежим сразу на каменные горы, убиваем Майка. Эту Майку надо убить. Сбегаем на фейерверке, конечно же, выполним это задание. Надеюсь, мне Глока хватит, чтобы... побить. А, как ее там зовут-то? Мямука или Мякука? Мясрука? И, короче, неважно. Я запутался в имени. Привет, Джо! Привет! Пурувет! Вот тебе на вот это, на тебе вот это и вот это. Дай мне ящик. Какие ставочки? Че вы думаете тут будет? Я думаю, тут огнестрел. Ой, да ладно. Огнестрел, я сказал ведь. Да, мы получили +1 глок. Вы посмотрите, что происходит. И там у нас появляется гуманитарный груз. Как далеко-то, ёптересете. Вай, рыжий лес еще есть. Да вы что, издевать что ли? Давай. Дубовая просека. Просека. Я бы твою мать не знаю, как это вообще выговаривается. Какая-то хермоирека. Во. Так лучше ведь? Так, конечно, лучше. Побежали тогда сюда. Друзья мои... А заодно хотел вас поблагодарить за ваши просмотры, за ваши лайки под моими видосиками. Продолжайте смотреть, и я буду продолжать записывать интересные для вас видеоролики. Что это за фигня? Был тут, потом тут. Вот телепортация. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Ставьте лайки, кто не ставил. Оставляйте комментарии, всем отвечу. Угрюмый Майк, ты где? Да. Ну-ка, а это волчонок. Здравствуй, дорогой мне. Дай мне, пожалуйста, мясо. Ну и кожу заодно. Кожа с мясом хорошо. Бегун, что ж по щам? Я тебе веслом могу надавать. О, мне дали прокладку. О, нифига, тут еще и сундук есть. Я что-то на карту смотрю, а сундука не вижу. Сейчас, да, я немножко полутаюсь. Возьму тут всяких... Проводов нафиг мне эти провода. Мне уколебали эти провода. У меня... О! Встречают! Здравствуй, мой друг зеленый! Здравствуй, мой друг! Ёб твою мать, ты что, меня еще ёб харкать тут решил? А, есть одна беда. У меня бронька на той поре, что она у меня сдохнет. Привет, олени.
Не зря вас оленями называют, а? Весло, давай ты размах делай, ты быстрее-то, ёпта. Какое весло медленное. Ладно, побежали. Где у нас Майк? Угрюмый Майк, ты тут? Да иди ты нахрен, ты заколебал меня похаркивать. Вот так вот. Полет зеленого попугая. Что дал? Прокладку. Ну, нам насчет прокладки так спасибо вообще. Нет, этот мне маленький нафиг не нужен. Сундук есть. Ха-ха. Сундуки-то я все облутаю. Я что, зря сюда прибежал, что ли? А подождите, а мне предгорье ведь надо было. А тут нет ничего. Это зомбачило. Так вот. Я уже в конец карты как-то убежал. Угрюмый Майк, ты где тут плаваешь? Опять Зелебоба бежит. Вы заколебали, откуда вы беретесь-то? Да как ты меня обхаркал-то? Пингвин недоделанный. Где мой Майк? Майки. А во, я нашел его. Это, наверное, скорее всего, он. Правильно, это же ты? Ты? Нет, это толстяк. Ну, блин, ну как так-то? На кой черт мне толстяк? Мне толстяк не нужен, мне нужен Майки. Дайте мне Майки. Или Майку. Я ношу фирму Майки. Меня обосрали в сарайке. Ё-моё, ну тут только толстый и... А ты кто? Ты волк. Волка мы убиваем. Нет, ну тут два бегуна, которые мне, ну, ни к черту вообще не впились. Да, Майка, наверное, фиг я найду. Друзья мои, я нашел Майка, но только я не в предгорьях его нашел, а я нашел его в горах. Блин, я немножко стормозил, да, я неправильно прочитал. Мне показалось, что он находится в предгорьях, а он находится у нас в горах. У меня сломалась катана и осталось два огнестрела. У меня нет штанов. Но есть одна беда. Смотрите, что я обнаружил. Я нашел дом деревянный. Вы представляете? Дом. Лиса, ты что, дура? Ты что за мной бежишь-то? За мной лиса бегает. А что тут олени по домам бегают? Зато в этом доме 4 сундука. Давайте сначала мы разберемся с этим Майком. А потом, конечно же, посмотрим, что у нас там в доме есть. Угрюмый Майк. 150 хп. Он находится у нас вот под этим щитком. На вот тебе по лещам. Но, правда, всего 25. 25 урона. Ёптерс, это я сейчас всех соберу в кучу. Не-не-не-не-не. Рубай этого. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. На нафиг. Короче, одного я убил. Но это в бронежилете. Ай, Майк, ну сними, пожалуйста. Как я люблю говорить. Гюльчатай, открой личико, пожалуйста. Иди ты нафиг отсюда, фу ты, бляха, муха. Идиота куска. Гюльчатай, открывай лицо, давай быстро. Вот на вот тебе, свинца немножко, прими, пожалуйста, давай. Ах ты козел, ах ты козел. Да ты не догонишь до меня. Хорошо, что у нас еще Майк не умеет бегать. Хопа, хоп-хоп. Все. О, еще вот это плюс, вот это вообще классно, спасибо тебе большое. Вот, на тебе веревочку. Заодно повешайся где-нибудь. Убил этого угрюмого Майка. Карточку Б, спасибо. А ты-то как здесь появился? Тебя же тут нету. Ну, хотя, да, вы умеете появляться, а потом исчезать, а потом опять появляться, потом опять исчезать. Пойдемте, друзья, посмотрим, что у нас есть в сундуках здесь, а. Да. Косяк с этим столом. Придется вокруг еще бегать. Ой, аптечка, да ладно. Вот она нафиг, это на нафиг, это на нафиг. Вот это мне все не нужно. А ягодки я вообще схаваю. How are you? How are you? Я, наверное, сейчас еще писать захочу, будет вообще беда. Так, тут два шкафчика. Давайте открываем шкафчик, конечно же. Что у нас тут? Ой, нифига себе, мне еще и талоны дают. Пружинка. Ух ты! Вот это... Подожди, маленький. Тут два шкафа вообще-то. Что-то я взял да побежал. Вода! Да нафига мне ваша вода? На кой черт? Я не буду воду брать. Мне вообще она не нужна. И деревянный подвал! Подожди, не я...
Это ребята, не туда пошел. Стол в другой стороне, я пошел там, где его нету. Что у нас тут? Клей, черная краска, пружинка, 5 болтов, колечки. Вот это, как она там? Резиновые детали, ванчик, нифига себе. Ну что, посмотрим подвал? Конечно, посмотрим, друзья мои. Только у меня есть одна беда, я не хочу с веслом туда идти. Вот так вот делаем. Весло, иди нафиг отсюда сразу же. Так, вот это мы удаляем, не надо нам этого. Вот это мы тоже удаляем, тоже не надо этого. Это все поблизости, если что, надо будет хавать. И у меня проблема с бронькой. Да, она у меня сейчас отлетит, одна останется ботинок. Друзья мои, знаете, куда я спустился? Вот этот подвал, это в том подвале, в котором я потерял свои ресурсы. То есть сундук, вот этот рюкзак токсический, да, я потерял здесь скар, калаш, все было новое, понимаете? Сейчас я нахожусь в этом же подвале. Почему я не двигаюсь? Вот эти два лежавшие трупика, они встанут. Да, я их убью. Но я не хочу сейчас здесь всрать все опять. Я тогда всрал вместе со Скаром. Представляете? Он был у меня в руках, я стрелял по ним. Я ухожу отсюда, я не буду здесь сейчас ничего делать. Нет, я пас. Каменные горы. Да, люк деревянный. Но в тот раз он почему-то был, по-моему, второго уровня. Потому что у меня всего было прокачано на второй уровень, и я его взламывал. Вот, а сейчас деревянная дверь. Я не буду его очищать. Не, я пас насчет этой темы. Пишите, хоть бомбите, хоть не бомбите мне, но я не буду его зачищать. Так, друзья, я прибыл домой, все полностью раскидал по своим сундукам. Нет, у меня ничего в инвентаре. Два глока, которые я один нашел. Да, я его убил. Надо было немножко их поменять местами. Я не посмотрел насчет этой темы. Сейчас давайте сбегаем на нашу новогоднюю локацию. Тут у меня до сих пор ходит зомбачила. Ну, пускай ходит, он мне не настолько мешает сильно. Берем факел. Вот так вот. Факелок. Нам одного хватит факела. Теперь я не набираю кучей. А, тут места нету. Жалко, что... А, подождите. Нет. Вот этот 20 литров я сюда вылью, потому что мне в инвентаре нужно место. Зря я этот ножик брал с собой, конечно же. Вот так вот мы делаем. Полностью хилимся и бежим к нашим первым попугаям. А где они есть? А вот они. Эй, ребятня, за мной! С Новым годом, паразиты! Взрывайся! Господи, я думал, они добегут до меня. Очень легко, теперь надо просто постоять немножко. Только красный круг появился, и вы выбегаете из него. Вон эти шарики. О, вот эта клюшка вообще хорошая вещь. Она очень быстро замах делает. Очень хорошая штука. Где у нас еще одна толпа? Вот она. Привет, ребята, за мной! Все за мной! Вот так вот. С праздником вас, ребятки, с праздником! Вот так вот вам. Очень легко их проходить. Даже весело иногда. Вчера, правда, я что-то их не зачищал. Вообще не зачищал эту локацию. Я про нее как бы забыл. Блин, бутылка воды. Ну незачем. Я не буду брать просто эту воду, уже заколебало. Где у меня фейерверки? Вот тут. За мной! Куча толпа. Тут куча толпа. Сам не понял, что сказал. Да, они очень больно бьют только. Я и сейчас заметил, что у меня ХП начал отниматься. И последний сундук. Опять. Ой, вообще это оружие хорошо идет. Хоп, хоп и хоп. Вы посмотрите, каменный блок. 18 штук найдено на этой территории. 13 досок. Ладно, кожи 2 штучки. Ну ладно, но это тоже хорошо. Гвоздей. Правда, не помню, сколько у меня было. Плюс 2 клюшки. Эти клюшки очень хорошо бьют по плюшке. Ха-ха, клёво. Сейчас мы сбегаем домой. Я скину все свои левые ресурсики и встретимся на локациях у деда.
Дедушка, здравствуй, дорогой мой, здравствуй, мой дорогой дедушка, где ты тут? Дедушка, здравствуй, дитя, да, конечно, здравствуй, мой дедушка. Сейчас, дедушка, я все сделаю, подожди. Не грусти, мой дедушка. Ой, бляха-муха, мне показалось, фонари с другой стороны идут. Сейчас, дедушка, я повышаю фонарики. Не понял. Фонарики сейчас мы повышаем. Все 6 штучек. Кстати, друзья, я заметил, как они горят в темноте. Да, я выполнял позавчера это задание, и у меня они так красиво загорелись. Бляха-муха. А где этот? Нян. Ням-ням, здорово. Тихо. Ты сейчас драться будешь? Ха-ха, беги давай. Ням-ням. Нян. Какое хорошее, красивое чудовище. Она, кстати, очень похожа на этого, на Громилу. Тоже такое же большое, огромное, бегает на 4 лапах. Правда, здесь какой-то он разноцветный, а там просто Громила. Так, а где у нас еще костер? Где-то здесь должен быть. Во. Ну-ка, сейчас я посмотрю на него. Ну-ка, иди сюда. Вон он. Посмотрите, какой он огромный. Он просто огромный. О. Очень красивый персонаж. Красиво создан. Жалко, он не может остановиться. Ну ладно. Да ты ко мне не добежишь. Ну не побежишь ведь сюда, да? Не побежит он сюда, не побежит. Давайте стол накроем сразу же. Бах. Такой столик. Все. Дедушка, я завершаю твою всю эту фишечку. Спасибо тебе, дедушка, спасибо. Мог бы поклониться, я бы тебе поклонился. Спасибо. Теперь я прощаюсь. На какой черт я прощаюсь? О, титьки. А, кувалда. 20 литров бензина. Ну, так себе. Правда, так себе. Провода. На кой черт мне эти провода? Дедушка. Пока. Пока тебе, пока. Чищи бока, короче, пока. Все. Деда мы, короче, зачистили, помогли ему тут во всем, побежали к нашей... Друзья мои, я вспомнил, как ее зовут. Ее зовут Мулан. Господи, ничего себе. Я целое видео вспоминал, как ее зовут. Все-таки вспомнил, ее зовут Мулан. Муланка. Муланочка, цыганочка, станцуй со мной. Хоть бы не было задания убить всех, да ну нафиг. Видел, сколько тут зомби, покормить карпов и поставить чай. Зачистить территорию надо, почистить, ой, карпов я покормил. Зачистить территорию и чай. Давайте сначала сыграем с ней вот в эту штукенцию, потому что у меня потом не хватит, наверное, огнестрела. Все. Давай, вали его. И его тоже можешь завалить? Это можно. Мужчинки, вот хватит бежать. У меня огнестрела не хватит. Мне еще надо этого зачистить. Так, мне нужно чай и зачистить территорию от этих зомбаков. Ну, я надеюсь, что мне огнестрела хватит их убить всех. А у меня, подождите, у меня же есть кувалда. Зачем мне огнестрел тратить? Пойдемте, я кувалда сейчас всех поразношу. Но-но! Вот это ударище. Ёптерс, это он меня заметил. Все. Вау, неплохо тебя тут разорвало на 3 части. Ничего. Нормально, живем. Привет. Нифига, пурувет. А это что у него тут торчит? Это что такое, язык? Смотрите, из-под попы какая-то штука. Да как ты меня увидел-то? Пингвин, ты-то он недоделанный. Вы посмотрите, я ему ноги разрываю на части. Вот это да. Это когда они меня видят. А так, вот интересно, голова когда-нибудь отлетает? Ух ты, ё-моё, нога отвалилась и кровь брызжет. Жалко, что здесь кровь не остается на месте. Нифига, кувырок. А, теперь я понял, что там за язык. Так, стопэ, надо его обойти. Хоп. Они все делают сальто. Привет, лошадка. Сегодня ты без еды. Я тебе еду не принесу. У меня нету, потому что... Ну, как бы есть, я взял стак морковки, но это только для задания я оставляю это. Вот, ставим чай, все полностью зачистил.
Ну, давайте забирать у нее подарочки. Да, конечно, спасибо тебе большое. То, что мы на ринге заработали... Уач, нифига себе. Ё-моё, разрушитель, штаны. Еще плюс две аптечки. Чё, плохо, что ли? Нифига себе, конечно, нет. Маленькие задания, но очень вкусные подарки. Уай, смотри, рисовый пирожок. Я получил глок. Новенький, чистенький глок. Смотрите, что я тут заработал. Ё-моё. Вай-яй-яй-яй, вы посмотрите. И вот это плохо? Ну вот, кроме вот этих двух. И вот это что, плохо, что ли? Смотрите. Чуть больше инвентаря, хорошая одежда. Ну, ладно, вот это, да. Вот это, ладно. Фиг с ним. Вот это тоже, да, пофиг. Ну, смотрите, ну, все остальное это, ну... Мне, например, это нравится. Это хороший лутик. Маленький, но хороший. Друзья мои, на этом я буду заканчивать это видео. Кому понравилось, ставим пальчик вверх, подписываемся на канал и оставляем свои комментарии. А чтобы не пропустить мои новые видосики, прожмякивайте колокольчик. И на этом всем пока-пока.